Детский сад в рабочем поселке Золотаревка построен в середине прошлого века. Здание очень старое, но объект этому населенному пункту необходим. Сюда разные ребятишки ходят. В детском саду 115 детей, из них 31 ребенок – это Луганская и Донецкая Народная Республика. А в этом году подразумевается еще 10 детей дополнительно, то есть 41 ребенок. На выделенные по региональной программе капремонта учреждения образования деньги, в общей сложности это более 10 миллионов рублей, здесь провели целый комплекс работ. Просто ждать нельзя было больше. Капитальный ремонт кровли, замена канализации. В нашем детском саду поменяли все окна. Внутри детского сада заменили двери полностью. Заменили полы на первом этаже. Во дворе заасфальтировали пешеходные дорожки. Как выполнены работы, показали губернатору Олегу Мельниченко. Оказалось, что не все здесь сделано, как планировалось. Не удовлетворен тем, что до системы отопления не дошли руки. Значит, ну сейчас это уже делать поздно. У нас через полтора месяца отопительный сезон. Но на следующий год обязательно систему отопления сделаем. Так что детский сад у нас был полностью в нормальном состоянии по коммуникациям. Также во время своего визита в Золотаревку глава региона осмотрел местную школу, где был сделан капитальный ремонт кровли, заменены оконные конструкции. В следующем году планируется направить сюда 58 миллионов рублей, чтобы привести в порядок кабинеты и внутреннюю отделку.